Так, но сегодня мы приехали на платную рыбалку. Решили поэкспериментировать. Платная рыбалка на Новой Риге. Так, и уже вот на удочку поймали маленькую плотвичку, да, Саш? Вот какая. О. Или уклейка. Что это, уклейка или плотвичка? Вот такой вот пруд. А мы вот такой вот маленький пруд. А вот наш домик. Мы у него заселились на время рыбалки. Да, Саш? Да. Обосновались уже. Там уже есть еда. Еда есть? Да. Ну, пойдем посмотрим. Вот. Пойдем перебросим удочку. Так, сейчас пойду ловить на спиннинг, наверное. Пока Саша здесь играет. Так, ну что, попробуем на спиннинг. Так, ну как, идет рыбалка, Саш? Да. И можно здесь помочить руки. Только не надо здесь. Только здесь. Только в камне. Да. Вот и первая рыбацкая закалка. Зачем ты пошел туда? На 5 минут ушла от вас. Потому что долго ходишь. Ну давайте, переодевайтесь. Так, ну что, вот мы сидим все, да? Давайте обедать, наверное, уже давайте. Пора. Вот у нас есть, пожалуйста, вот такая замечательная рыбка. Она засолить на... можно. Да, на обед. Саша, он уже куда-то... Ты занял местечко? Можно вишню попробовать? Нет, это черешня. Нет, это черешню можно? Мало там. Так, ну давай. Вот первый улов нормальный уже. Это, по-моему, все-таки лещ. Ой, не лещ, плотва. Она большая. Сейчас будем снимать ее. Давай. Ура, товарищи! Можно? Сейчас. Нет, она на крючке. Можно? На крючке, подожди. Подматывай, Ларис, пока. Сейчас мы ее достанем, подожди. Плотву. Да не надо так, ты что? Подожди, сейчас я сниму. Ведро раз. Вот. Так, карасик это. Да. Карасик. Я называю его карасик. Карасик? Да. Нет, карасик. Маленький, конечно. Но вообще это, по-моему, не карась, это, наверное, плотва. Так, ну что, ребята, мы на платной рыбалке. Иди, давай, Саш, закидываем. Ура! Крути. Не крути. Стоп.
Все, так, ставь ее сюда. Вот так. А второй на матовый, Саш. Поставь ее, клади. Нет, нет, не надо на дно ее, Сашуль. Так не надо, сейчас утопишь удочку. Так, отпусти, отпусти. Так, ставь, ставь на место. Так, и раз, и раз. Все. Вот здесь держи. Я сам прям. Угу. Да нет, подожди, отпусти, вот, вот надо как. Нет, нет, отпусти. Все, держи вот так, держи двумя ручками. Двумя держи. И смотри на поплавок. Уходит. Куда он уходит? Уходит. Ну что, нормально, половили уже, сейчас мы вообще ничего поймаем. Я крепко. Давай поднимем вверх, отпусти. Закидываем. Ты двумя ручками держи. А я двумя. Вот. Что там у тебя? Вот, смотри. Вот наживка у тебя. Наживка. Ну, я кидывай дальше. Вот, смотри, надо поднять. Подожди. И вот так закинуть. Все. Так, не вынимай еще, пока не клюнул уже ничего. Держи и не двигайся. Я не двигаюсь. Замри. Сейчас меня зацепишь. Все ловят, кроме меня. Все ловят. Кроме папы, сейчас отойдет.